Сегодня 2 марта. Я делаю свою кухню, ободрал тут все. Потолок потрескался, плиты начали седать. Зафинишировал эту трещину. У нас кухня штукатурка держится хорошо. Вот так сейчас все выглядит. Страшненькие трубы, облезлые стены, плинтус деревянный. Линолеум не облезлый, но весь в дерьме. Да, кто-то долбился в стену, дятел какой-то, вытяжка. Так вот, такая вот дверь у меня. Вот эти откосы я делал год. На может даже лучше. Сейчас только начал шпаклевать. Это 4-й раз я шпаклю. Первый раз в своей жизни. Пойдете. Для меня сойдете. В общем, вот так вот выглядит моя кухня. Вот так они сейчас выглядят.